потому что на ТВ его не посмотреть, это два, и просто собраться в хорошей компании, которая любит подобную музыку. С одной стороны, да, но с другой стороны, это все-таки будет интересный опыт, потому что раньше мы наблюдали за конкурсом, болели и за наших фаворитов, и было интересно, какое место займет Россия. А в этот раз можно со всей душой поболеть за своего фаворита.